Спустя 400 лет планеты-гиганты Юпитер и Сатурн готовы удивить нас исключительно близким соединением. Они встречаются там каждые 20 лет, но в этом году у каждого будет уникальная возможность увидеть это событие 21 декабря. Это явление имеет скорее эстетическую ценность, потому что действительно произойдет очень тесное сближение двух ярких планет. Это Юпитер и Сатурн. Они, хотя уже не в конфигурации максимального блеска, но тем не менее достаточно яркие объекты, одни из ярчайших звезд вечернего неба. Две самые далекие, потому самые неторопливые из ярких планет подойдут друг к другу на максимально близкое расстояние. Сближение Юпитера и Сатурна не окажет никакого влияния на Землю, а вот полюбоваться редким астрономическим явлением стоит. Очень интересно будет взглянуть на эти два светила именно в дату наибольшего сближения или около нее. На самом деле это уникально с точки зрения наблюдений, потому что можно обычный любительский телескоп в одном поле зрения одновременно увидеть и Сатурн с его кольцами, и Юпитера и его четыре галилеевых спутника. Увидеть сближение Юпитера и Сатурна можно невооруженным взглядом. Для наблюдений планет необходим открытый горизонт на юг и запад. Окрестные дома и деревья не должны загораживать планеты. Энджи Минибаева, Виолетта Басова, Универньюз.